Семья Царевых своей радости не скрывает. В преддверии новогодних праздников новое жилье для них настоящий царский подарок. В прошлом теперь останутся и прежние 30 квадратных метров на пятерых, и удобства на улице. В просторной квартире места хватит всем. Родители уже решили, детям отдают самую большую комнату. Здесь будет двухспальная кровать. Здесь будет стол компьютерный. Благодаря программе по поддержке многодетных семей 75% от стоимости квартиры оплатило государство. Остальной платеж банк прокредитовал под 1% годовых. Ежемесячные выплаты будут едва ощутимы для семейного бюджета. Всего около 40 рублей. К слову, таких объектов в Ушачах не возводили уже 5 лет. Я постоянно приезжал, смотрел тут, как все это все строится, как идет процесс. Ну быстро вообще дом построили. Дом, да, быстро построили, в принципе, меньше, чем за год. Ну, что тут сказать? Нет, радость, да. Скорее новоселье, вот и все. Среди собственников новых квартир только те, кому квадратные метры были особенно необходимы. Благодаря строительству этого дома в районе сразу вдвое сократилась очередь среди многодетных семей, которые нуждались в улучшении жилищных условий. При начале строительства мы учли именно тот контингент, который уже обращался к нам. И, в принципе, спроектировали его так, чтобы удовлетворить потребности и дать возможность именно под имеющиеся средства у людей построить эти квартиры. Эта новостройка в Ушачах, скорее всего, станет и самой шумной. Здесь пропишутся сразу 97 детей. Эта цифра не окончательная, уверены молодые мамы и папы. А под окнами нового жилого дома завершается еще одна крупная стройка. Но это подарок уже для жителей всего района. Новый спортивный комплекс с бассейном и игровыми залами примет первых посетителей уже в следующем году. Олег Шапель, Олег Горинов, наши новости, Витебская область.